Такого джеркбейта вы еще точно не видели. Да и я сколько живу, такое вижу первый раз. Представьте, насколько креативный человек мастер Александр, что вот делает даже такие вот вещи. Ну, честно говоря, даже я со своим опытом ловли щуки, ну, я даже не знаю, как щука будет на него реагировать. Когда в воде будет что-то мелькать, щука обычно концентрирует свое внимание на приманке, если все выдержано правильно, если правильно выдержан размер, цвет приманки. Но здесь есть одно «но». Здесь есть внутри, в центре джербейта, такое вот отверстие в виде капли воды, стремящейся вперед. Мастер Александр – это человек, который занимается изготовлением воблеров и джербейта. Украина, город Запорожье. Координаты автора в описании под видео. Джербейт шумовой, но как-то... О, где-то подвисают шарики. Вот, возможно, внутри где-то какие-то неровности. Ну, в принципе, вы должны понимать, что чтобы сделать такую вот форму, еще внутри оставить ему шумовую камеру, ну, конечно, это... Мастер Александр, золотые руки. За это я его люблю, за эксперименты. Я очень много люблю экспериментировать, экспериментировал по щуке, по сегодняшний день экспериментирую. И как я писал, только это качество, креативность, дает нам возможность выйти за рамки своих возможностей. Поэтому интересная форма, интересный эксперимент от мастера Александра. Мне самому не терпится просто пойти и попробовать, как же он будет играть. Просто интересно, вот что это будет, как он будет, как будет на него реагировать щука. Вот. Такой вот интересный эксперимент. Размер джеркбейта, ну, практически 15 сантиметров. Это большой джеркбейт. Этот размер, это большие считаются джеркбейты. Вот, вес. Вес сейчас посмотрим. 75 грамм. Ну, это большие джеркбейты. Под них нужны определенные мощные снасти. Это и спиннинг нужен пожестче. И если это бетонационка, минимум 3000, а лучше 4000. Ну, как будет реагировать щука, это мы уже увидим на рыбалке. Сейчас двигаемся просто к водоему посмотреть на его игру. Так, добрался я наконец-то до водоема. Ставим его на стальной поводок, на скруточку. И пробуем. Медленно тонущий. Интересно, как же он будет все-таки играть? Играет он из стороны в сторону. Тяжелый довольно-таки. Но вес у него приличный. Играет красиво, классически. Сдалека видно, в глаза бросается, получается, вот этот вот вырез и пятно. И через него так просматривается. Просто интересно, как же на него будет реагировать щука? Глайды у него, в принципе, как у большого джеркбейта длинного, длиннотелого, скажем так. Можно с зависаниями. Ну, сейчас я по нему ничего не скажу. У меня таких джеркбейтов не было. На щуку с отверстиями, это точно, я на такие джеркбейты никогда не ловил, поэтому даже не знаю, как, ну вот как на него может реагировать щука, как она будет это воспринимать в воде, это уже покажут только эксперименты на воде, по-другому никак. Прикольно, отверстие практически мой указательный палец. Возможно, будет отпугивать щуку, возможно, будет привлекать. Не знаю. Не могу сейчас так даже сказать. Ну, возможно, ей как минимум будет интересно, подойдет рассматривать. Что это такое? Он и так мелькать будет в воде боками.
Возможно, наоборот, будет казаться, что это такая раненая рыбка с явным отверстием. Ну, можно долго стоять, гадать, рассуждать. Но точно мы узнаем, когда попадем с ним в хорошие условия. Ну, в общем, такой вот джеркбейт.